Всем-всем большой привет, зрители нашего канала, большой привет. Продолжаем отдыхать в Паттайе. Вообще, ложимся поздно, в 3 часа ночи, встаем рано. Да сейчас нет, идем на завтрак. Нет, вчера мы не поздно легли. В 3. Ровно было 3 я легла. Да. Так, ладно, решили на завтрак пойти пешком, потому что нам спуститься один проем. Вот, настроение хорошее. Юра, как у тебя? Боевое. Боевое настроение. Так, сейчас позавтракаем. И пойдем с вами купаться на море. Вы еще раз просите показать море. Я просто с собой, чтобы вы понимали, не беру камеру, потому что, ну, это не есть безопасно. Ее могут просто, ну, умыкнуть с пляжа. Но раз вы так просите, специально сегодня схожу на свой страх и риск, потому что мы любим до быков заплывать, там еще висеть. Ну, короче, покажу. Конечно, море не идеально в Паттайе, я уже говорила. Ну, нам нормально как бы. Так, идем смотрим, что вокруг. Где? В бассейне купаются. А, в бассейне же купаются? Мне так эти цветы нравятся. Как павлинья голова. А птицы под утро кричат. Павлины или кто-то другой. Так. С 6 до 10:30. Кто у нас сегодня тут? Да нет, вот она идет. Здесь еще раз будет. Это вам не Турция. Здесь поскромнее, конечно, будет. Яйца. Вот омлеты такие вообще без ничего. Просто яйца и все. Без добавок, без зелени. А, нет, вон можно сами посыпать. Ну как так. Хочешь, сам. Ты сам кузнец своего счастья. Ты сам делаешь, добавляешь то, что ты хочешь. Ну, хочешь. Не иначе. И у тебя есть мед, у тебя есть всякие добавки. Всего. Возьми, пока я за фруктами схожу, ладно? Вот эти супы мы вчера попробовали. Сегодня мисо-суп. Какие-то они... Мне что-то как-то они не зашли. Вот здесь сюда. В кляре вот это вот лежит. Ну, как-то... Мы это не едим. Ну, мне радует, что на завтраке такое количество фруктов. Это супер. Потому что фрукты я очень люблю. Они вкусные и свежие. Нравится, да, тебе по-английски? Юра, будешь учить со мной английский, да, приедем? Я сейчас уже... Какие-то слова. Доброе утро, скажи. Утро, да. Добрый вечер. Утабл. Молодец. Я по-немецки. Да, я так и поняла. Курица, скорее всего. Это замечательно. А вот это острое, ты будешь вот это? А я-то, знаешь, мне это нравится. Я как бы, кто мне не говорил, ничего плохого, но я положу себе чуть-чуть, немножко. Что мне, кто мне Юра, не могу поддержать столько. А ты не надо держать, ты берешь так вот, поднимаешь так, и... Отойди. Это для этого специально делается. Вот это со свининой. Пружинка. А это рис острый, да, ты взял? Нет, это рис. Нет, я уже плакал. Ой. Соусы. А. Что такое в молоке? Фасоль. Бекон. И сосиски. Все. Итак, наш завтрак. Ну как, мясо вкусное с овощами? Курочка нормальная. А фрукты не очень, да? До фруктов я еще не дошел. Ой, не фрукты. Ты видишь, курица нормальная, а картошка? Ну, как она разваристая. Так, чё? Ладно, такие кружки под кофе. Все, приятного нам аппетита. Юрок смотрит, как там, какие номера смотри, показывают. Номера, смотри, вот это на бассейне организовали тусу. Я говорю, просто надо жить на полную катушку и отдавать себя, отдавать полностью. Расслабляться надо уметь и работать, и расслабляться. Пошли. Тридцать шесть и шесть.
все. А мне не показывает. У меня не показывает. Вот. Слышишь? Ой, Юра, смотри, мы к себе можем ездить на третий этаж, на этом. Да. На эскалаторе. Идемте с вами дальше. А кто сказал, что это ваше место? А, они все заняли. Пойдем к Руслану. Пойду к Руслану. Бери два. Да, Лена с Виталиком. Может, нам лучше в тенечке, наверное. Юр, давай в тенечке. Может, в тенечке остановимся? Давай в тенечке. Давай здесь, да? Давай. А вон. Решили. Сейчас вам схожу. Море покажу. 3-4 человека сюда только на прямом эфире. Сейчас еще все равно можно зайти. Вот набережная, вот море. А мы сейчас зашли, решили зайти в магазин. Family, по-моему, здесь. Руслан хочет водички себе купить. Я вам немножко магазин покажу. И здесь вот такие стульчики. Ну, лежаки, стульчики. Загорать, ну, нам здесь не нравится. Ну, зачем? У нас такой отель, там сходил, искупался и вернулся. Мы, кстати, специально такой выбираем. Тоже какая-то плая. Мышку посадили. Вот вы говорите, покажите море. Сейчас мы с вами дорогу перейдем. И, конечно же, покажу. Пишет, видите, шоп, через, а, какой-то через 50 метров. Ну, тоже массаж, массаж. А, нет, это не массаж, это стрижки, наверное. Женская стрижка, мужская стрижка, видите, 600. Это мужская 900, женская 500 до 1000. Цены на стрижки. А, на стрижку. Ну, на парикмахерские услуги. Пойдем в 7-11. Знаете, что в 7-11 нравится? Здесь всегда продается еда вкусная. Ее просто разогревают вам на кассе. Вот Руслан, бутерброды вот такие вот. С сыром, с ветчиной 32 бата. Ну, считайте, 70 рублей. Вот такие по 27. Смотрите, сколько еды, да? Вот много я говорю, что здесь... Пришел, если вечером голодный. Ну, взял, разогрел это, да. Все это. Разогрел всякие бутербродики такие недорогие, согласитесь. Супчики. Вообще, он очень интересный магазин, он такой универсальный. Это что такое интересно? Это что такое сличи? Йогурты какие-то. Это какие? Вот соки, смотри. Апельсиновые. Uh-huh. Пирожные. Йогурты. Так, рыбик немножко. Буду показывать. Мороженое вкусное. Мороженое мы только позавтракали. Мороженое пока не хочется. Сейчас я вам покажу еще лекарства здесь. А это что такое? Мармеладки, смотри. Или что это такое? О, надо ваньки такие взять потом, когда уезжать будем. И вот тут вот, смотрите, мини-мини.
масочки, вот эти вот все. Это вся такая классная штучка. Крем. Кто вот видите, какие мини-мини шампуни. 20 бат всего, помните. Сколько? 20 бат, да? Есть побольше. Что такое, интересно? Вот это что? Что тут для волос? Зубные пасты. И, конечно же, порошки. Порошки здесь, конечно, классные. Вот эти вот гели. 45 бат. Вот эти порошочки я покупала. Не помню, какой. Вот это что ли? Вот это, наверное, с отбеливателем. Ну да, здесь показывают замочить. Учить китайский язык. Вот эти вообще, смотрите, какие малюсенькие. Смотрите, как удобно. 10 бат всего. Не все же там в отель приезжают. Ну, в смысле, в апартаменты многие снимают. Удобно. Я считаю, что это один из лучших магазинов, которые я видела. Вот эти вот маски, смотрите, томатные. Крема, маски. Сегодня вечером зайду, возьму какой-нибудь крем себе. Я сыворотку взяла, мне она очень нравится. А здесь? А это вот от горла всякие, видите, штучки. Леденцы с ментолом. О, ничего себе. Знаете, ребят? BTS. Нет, это сладости, это еще не таблеточки. Пойду потихоньку, потом еще вот зайду, покажу. То, ребята, говорят, давай быстрее. Так, и Holiday Inn отель. И вот так вот сюда мы приходим купаться. Опять же, конечно, море, ну, оно такое. Естественно, это не острова, не чистейшие. Хотя люди вот на Пхукете там тоже на острова ездят, хотя это сам остров. У нас ребята отдыхали в Залина с Виталиком. Поэтому здесь все дешевле, в Паттайе. Вот здесь вот лежишь, тебе массаж делают, кайфушечки. Так, сейчас я сниму обувь и покажу, похожу с вами немножко. Вот, дальше там всякие водные аттракционы. Вон остров Калан. Хотели сегодня поехать, а там же сгореть одна секунда. Сейчас вот мне тоже люди пишут, что ой, солнца нет. Ну как же, во-первых, солнце есть, а во-вторых, когда пасмурно, солнце точно так же обгораешь. Вон и Юра уже загорел, чуть не сгорел, и Руслан тоже. И вот здесь вот такая у нас купальная зона, скажем так. Там вот дальше апартаменты, отели. Ну, все как всегда. Чуть такой лежит. Понятно, что. Сейчас я пришла показать вам, а потом мы пойдем все сюда купаться. Знаете, просто неохота никуда ехать, если честно. Вот. Вот такая вода здесь. Мы до буйков туда доплываем, а здесь вещи оставляем. Здесь же никто никакой ответственности за вещи не несет. Вот такая вот у нас атмосфера здесь. И все. Вот Паттайя написано. Вот неохота никому никуда двигаться. Люди приехали все отдыхать. Хотя на остров нам доехать, ну вот на таком суденушке, не так далеко. Хотя вот с пирса все туда тоже баржа ходит, паром. Мы ездили как-то с Юрой первый год, когда самые первые отдыхали. Юре, конечно, не нравится на островах, ему нравится вот здесь вот. Но он особо так, знаете, зашел, немножко поплавал и выходит. У него нет такого, чтобы вот как у меня, любить поплавать. Ну, все такие зашли, искупались один раз и ушли. Ну и вода, конечно, очень теплая. Ну, нам сказал гид 27 градусов. Я ему верю. Ну, кстати, такая же, как у нас в Эмиратах была.
Кстати, мне люди написали, отдыхают в отеле Ротана. Так что большой привет им. Надеюсь, им все там понравится. Потому что Ротана — это отель, который находится в Абу-Даби, где мы отдыхали. Нам нравилось. Ну все. А вот здесь уже, видите, катера. Ну, понятное дело, что не добавляют частоты, но как есть, так есть. Такие дела. Туристов, кстати, еще не так много. Мы спокойно вечером передвигаемся по улицам, а в те годы до пандемии просто даже идти невозможно было. Столько было народу. Вот в кафе, которое мы к бабуле ходим, мы приходили, там даже мест не было. Сейчас немножко все изменилось. Вот ненадолго. Потому что Таиланд любят. Вот я сейчас вот смотрю, обращаю внимание, Корея. Их же здесь отдыхает, наверное, если взять из отдыхающих, мне кажется, отдыхает 40% индусов, 40% Корея и 20% другие люди. В нашем отеле, конечно, русских, русскоязычных много. С Киргизии отдыхают. Еще откуда-то из Казахстана, по-моему. Вот. И вот эти, видите, все лежаки простаивают. Пока некому. Вот здесь вот плохо, на пляже выходишь. Раньше ноги можно было помыть, сейчас даже нету кранов. То есть идти надо сейчас будет до отеля, там мыть ноги. И курение на пляже запрещено. Ну, это и правильно. Все, все вам показала. Пойду сейчас за ребятами. И все вместе уже пойдем купаться. А телефон оставишь там, а потом концов не найдешь. Может быть, конечно, такое. Вот видите. Так что все, я надеюсь, удовлетворила ваш интерес по пляжу. А то вы, говорит, там и не бываете. Да не, мы вот ходим периодически. Вот видите, отель, пляж. Поэтому, ну какие нам здесь лежаки? Лежаки нам здесь не нужны. Самое главное, какая здесь классная погода. Просто идешь в летней одежде. Да, нравится. Я бы, честно, раза два бы ездила в Таиланд. Допустим, в январе бы и еще бы. И в декабре бы. Но я говорю, что вот этот долгий перелет, он уже все. Он уже забылся и уже не вспоминается. Ничего. Ну так, подумаешь, домой. Домой всегда легче идти, потому что домой. Ну, в принципе, выбирайте авиакомпанию, которая вам нравится. И мы-то выбираем, что дешевле. Я знала, что у компании Azur Air такие небольшие боинги. Ну, это, поверьте, сущие пустяки. Потому что, когда сюда прилетаешь, все забывается. Вот наш кораблик. Видите, как его замаскировали. И поэтому можно пройти мимо. Кто не знает, раньше прям такой стоял. Сейчас этот ресторан поставили. Да это ерунда на самом деле. Все, пойду вот к бассейну. Вход теперь тоже через ресторан ходим туда-сюда. Ну и движение здесь, конечно, такое. Нужно здесь одностороннее. Ну, особо не уступает, чтобы как вот на пешеходе пропустили. Здесь такое, ну, редкость. Все, мы с вами дошли, буквально минутка. Ну, не обязательно, кстати, через центральный вход заходить, что-то я тоже. Можно зайти же вот еще, здесь где-то дверь у нас была. Открыто сейчас. Руслан молодец, он мне все показал. Мы даже не знали, что еще у нас здесь потайная дверь. О, ходи сколько хочешь, и не надо через ресторан ходить. Красота. Юра все-таки перешел на наши места в тенечек. Все, пойду к нему.
короче, купалась, ходила на море сначала с Русланом, с Юрой, с Юлей, потом пошла с Залиной. Юра теперь говорит, почему так долго я переживал? А Юра, знаете, почему у него штаны такие грязные? Там вот эти вот между буйками веревки висят. Я вчера не поняла, думаю, где он так извазался. Еле отмыл мыло. Все, я пришел опять. Почему ты бросила меня? У нас была фотосессия, была бурная. Пойдем меня сфотографируешь, давай. Ты так тоже не поступает. Если ты мой золотой. Ты должна быть рядом со мной. Я должна быть рядом. Должна, моя, да, обязанность быть рядом с тобой. Обязанность должна быть. И твоя должностная обязанность. Должна инструкция. Хорошо. Слушай, инструкцию нарушаешь, значит штрафные санкции. Молодец. Все. Белогривые лошадки. О, видали у нас компания. Все поют. Сегодня... Видите, как это? Каюта. Потом я краснею, я смуглею. И хочу тебе сказать, что сядем над рекой, и все будет прекрасно. Будем кудрявый клен зеленый листвизной. Твой парень мой хороший, мой родной. И в присядочку пошли. Опа. Кудрявый, да раз, кудрявый зной. Клен зеленый, клен зеленый. Ой, как с этой танцы пошли. Классно. Ух, присядку. Что вы ели, расскажите. Пельмени с креветками. О, кто вам дал? Или заливают? Магазин. Ну, фабричные, да, морозилки. Они прям заливают. Такой, кружки. Классненько. Дают кучу специй. И тесто, кнопка. Да. Вот с этого... Угарка с этого. Давай, заходи, не стесняйся. Плыву. Сейчас у нас будет фотосессия в бассейне. О, вот это размах, я понимаю. Какая сила. Сила твоих динамика, рук. Экспрессия. Не то слово. Готовы для фотосессии? Понятие, все. Мы накупались себе в бассейне, устроили фотосессию, короче, отдыхаем по полной. Сейчас нам, девчонкам, нужно просто съездить по делам. Поэтому в следующем видео по делам мы поедем в магазин косметики для того, чтобы там закупиться. Мы еще с горки не катались. Может, да я тебя хоть с кем? Давай тебя с Тайком. Зачем тебе индусы? Пойдем сегодня на массаж. Давай Юлю с Русланом. А, пятки, да? Не пятки, а они сейчас сядут. Да, пойдем у меня с индусом. Красиво фотографируй. Русланчик, Юлечка. Ты на горку? Смотрите, будет красиво. Вот в этом духе. Хочешь с ними? Оксана, давай. Фотографируйся с друзьями, с нашими из Индии. И показывает свои знания. Знаете, ну, в Гуа у них здесь совсем другое. У них Гуа Таек нет. А-а-а. Они же здесь приезжают по разным причинам. Болливуд. Болливуд. Он Эктор. Русиш Эктор. Болливуд. Иди, сфотайся, давай. Джимми. Ача. Джимми Олд уже. Митхун Чакраборти уже Олд. Ой, я не могу. Болливуд, да, он будет клип. Как сказать, лучшая роль твоя будет в Болливуде. Все как хорошо у него, руками он двигается, залин. На танцы не ходит, ну-ка станцуй. Смотри, какая пластика, да, какая. Опа, молодец. Давай. Бобслей. Давай, поехали. Видали, тебе нужно повторить, потому что я снимала для Инстаграма. Где там застрял? Опачки! Вот это я понимаю. Красавчик. Виталь, давай, твоя очередь. Мы пошли, мы говорим, вы на номера, Юра, куда вы? В Эмираты пошли. Ладно, дорогие друзья. Все, на этом заканчиваем это видео. Для того, чтобы встретиться с вами вновь в следующем видео. Картинка прям, смотрите, просто фантастическая. Учитывая, что у нас снег лежит, а здесь пальмы, здесь так поют птицы. Все, увидимся в следующем видео. Это будет магазин косметики.